Минчане смогут арендовать с помощью смартфона не только автомобили, электросамокаты, но и велосипеды. В столице запустили самый крупный прокат двухколесного транспорта. Арендовать Yellow Bike можно, скачав приложение и привязав платежную карту. В корзине велосипеда установлена солнечная батарея, которая заряжает электронный замок, привязанный к мобильному приложению. Также для передвижения есть все необходимые аксессуары, фонари, катафоты и даже держатель для смартфона. Стоимость услуг 1 рубль за полчаса аренды. Отличие его от обычного проката заключается в том, что вам не нужно ставить велосипед там, где вы его взяли. То есть вы берете его в том месте, где можно найти по приложению, по карте, подходите к ближайшему свободному велосипеду, сканируете QR-код, замок открывается, началась аренда велосипеда. Действовать байк-шеринг будет в пределах Кольцевой. Всего в этом сезоне арендных велосипедов в Минске около 3000. Вскоре в прокат поступят и электробайки.